Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами проектом. Это новинка, называется Eva Expert. И здесь можно, друзья, зарабатывать как без вложений на выполнение заданий, так и с вложением депонировать в проект, покупать монетку. Одна монетка Eva стоит $1.08. Значит, давайте рассмотрим. Кстати, начала искать информацию по этому проекту. Меня пригласил партнер ВКонтакте и зацепил. Я начала смотреть, искать информацию. Зашла на YouTube, естественно, такой вот источник у нас. И здесь полно информации. Смотрите, очень крутой проект Eva. Так, моя инвестиция в $100, потом очередная выплата 10.50, заработок без вложений на заданиях. Потом вывод бонусных $25 на кошелек проект платит. И все, как бы без вложений, да, можно зарабатывать. Давайте рассмотрим, так кратенько расскажу, кто заинтересует, кого прочтет информацию всю. Значит, заработок онлайн без вложений. Рост монеты около 5% в месяц. Так, дополнительный доход 10% в месяц при депонировании. Монета находится на... Так, монета никогда не упадет ниже номинала в $1. Значит, здесь прочтете, что такое Eva. Здесь расписано. Далее, преимущество. Заработок без вложений. Купить монету. Так, депонировать монеты по 10% в месяц. Строить команду. Далее прочтете, для кого Eva. Здесь вот платежные системы. Так, ценность монеты Eva. Основная ценность в том, что монета не падает ниже номинала в $1. Растет в цене около 5% в месяц после запуска продукта компании. Дает дополнительный доход в 10% в месяц при депонировании. Но это по желанию. Далее, что эмиссия, вот тоже здесь все это прочтете. Далее, дорожная карта. Также у них тут большие планы. И связаться с нами. Регистрация здесь, друзья, наипростейшая. Вот здесь, смотрите, значок. Вот такой вот возле флага. И можно нажать «Регистрация». Вам кратенько покажу. Я, естественно, уже зарегистрировалась. Я уже заработала монетку, немножечко монет. Значит, регистрация. Сюда вводите имя. Telegram Messenger, если у вас есть. Значит, email вводим. Пароль, повтор пароля. Разгадываем капчу. Зарегистрироваться. Вам на почту придет вот такое письмо. Нужно обязательно подтвердить электронный адрес. Далее. Опять заходите, нажимаете вот на этот значок и уже нажимаете и попадаете в кабинет. И меня вот выбило из кабинета. Вход по имейлу и паролю. Сейчас я зайду. Меня проект зацепил. И надеюсь, я заработаю монетки. Автобус. Пропускаем, пропускаем. Ой, сейчас закрою. Секундочку. Пропустить. Утверждаем. Нажимаю «Войти». И мы попадаем в свой аккаунт.
Здесь можно загрузить аватарку. Сюда можно кликнуть, у вас будет как бы пустое поле, и загрузить свою аватарочку. Обратите внимание, у меня бонусный баланс 0,5 монет. Это я сегодня уже заработала. Здесь график роста Эва. Далее идет как бы ваша статистика. И здесь вот находится ваша реферальная ссылочка сразу. График дохода. Здесь у нас общий доход у меня, личный доход и доход от команды. На чем здесь мы будем зарабатывать? Вот здесь сама без вложений. На вкладочку нажимаете «Задание». И вас перебросит вот так, на такую вот страничку. У меня здесь уже нет ничего. У меня было здесь одно задание. Я его выполнила. Задание легкое. И прежде чем выполнять задание, вот здесь нажимаете «Инструкция», друзья, и читаете, как проходить задание. Здесь все подробно расписано. Сложного ничего нет. Крутите колесико и читайте. Здесь все легко и просто. Вот циферка 1 лучший ответ, 0 нейтральный ответ и минус 1 худший ответ. Там 3 ответа. Вот я выполнила 10 заданий. Как бы это одно, в одном задании 10 как бы этапов, скажем так. Я его выполнила, вот мне начислили 0,5 монеток. Но, друзья, будьте внимательны, выдается время. А время выдается сколько у нас здесь? Я вот не обратила вот на это внимание. Вот видите, здесь стрелочка, вот скриншот, и здесь все показано. Сколько? Ну, минут 20, наверное, или 30 выдается. Так, на промежуток, обратный отчет времени. Так, и вот за этот промежуток нужно выполнить задание. Я даже вот невнимательно так вот просмотрела, но тем не менее я срок все выполнила. Ничего сложного там нет. И также можно заработать дополнительные монетки. Тоже это всю информацию прочтете. Все мы умеем читать. Это все зачитывать будет все очень долго. Так, задание. Здесь возвращаемся в профиль. Так, здесь я вам все рассказала. Здесь финансы. Ну, вот здесь что у нас? Здесь такого ничего нет. Вот кошельки, если купить монетку. Вот это у меня бонусный счет. Можно переводить его. Здесь история операции у меня пуста. Заявка на выплаты доступна для вывода. Без вложений. Я сегодня смотрела лично видео. Парень выводил бонусные 25 монет он выводил. И считайте, если монета по одному даже доллару, это 25 долларов. Ну, так как монета 1,08, конечно, чуть-чуть побольше. Как депонировать, это уже на ваше усмотрение. Тоже нажимаете и как бы должно перебросить. У меня, наверное, зависло. Да. Да, перебросила меня также на следующую страничку. И уже сами там просмотрите. Как бы это все изучите. Опять же, это все по желанию. Так, кошельки, операции, задания. Так, показала, как заработать. Вкладочка есть. Сразу несколько. Опять же, как заработать. Здесь все это можно изучить. Далее. Промо-акции здесь. Бывают акции для всех партнеров Эва-эксперт. Вот. Неделя при умножении. Плюс 20% к сумме депонирования. И оно идет срок акции с 24.04 по 30.04. Также все посмотрите. И контакты.
Значит, если возникнут вопросы, можно написать им. Как видите, здесь будет ваше имя, фамилия, адрес электронной почты. Пишите краткое сообщение, разгадываете капчу, нажимаете «Отправить». Также есть адрес электронной почты «Суппорт», Телеграм-чат, я потом обязательно присоединюсь, и их канал Телеграм. Также можно присоединиться. Вот такой вот, друзья, проект. Кому интересно, присоединяемся. Не интересно, проходим мимо. Вот так, кабинет. Вот видите, здесь значок такой. И я попала в кабинет. Завтра я уже тоже буду заходить и проверять, есть ли задание. Также буду изучать, попробую депонирование. Я еще подумаю, посмотрю, поизучаю проект как бы. А так, без вложений, дома, пожалуйста, можно зарабатывать. Говорю, вопросы легкие. Но, друзья, отнеситесь серьезно. Там, конечно, нужно все прочесть. Там 3 вопроса будет, как бы, в каждом задании, ну, в каждом этапе, скажем так, и нужно отвечать. Это все не с бухты-барахты. Вот. В принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!